Oh, leave me behind! They also turn TPU. Oh! Fuck. No, they realize! No, they don't! Please! No! Хочешь получить Battle Pass 50 или 100 левела не за 3500, а за пару сотен рублей? Легко. На тесте дроп уже завезли горы компендиумов и паки левелов. Выигрывай новую личность на Пуджа, антимага, а также арканы на ВК, Квапу и ВР. Открывай сундук, выбивай приз и сразу выводи его полную стоимость себе на Steam. Переходи по ссылке в описании прямо сейчас, пополняй баланс промокодом на экране и получай халявный сундук боевого пропуска с гарантированным дропом. Тесте дроп, шансов больше, чем у Габена. Я написал, зарабатывайте очки. Они ответили, есть сэр. Есть сэр. Да, я Сергей, потому что. What the fuck? Что? Кстати, да, у меня тоже была мысль о том, что влажная туалетная бумага, она, ну, ты чувствуешь себя немножко виноватым, когда вытираешь жопу влажной туалетной бумагой, а тем, что пальчик так легко в попку проникает после этого, а по проторенной дорожке, так сказать. Это, ты такой думаешь, блин, а это так задумано, и рука уже по локоть в жопе. Ебаный, блядь! Финиш, блядь! Рекс, Мит! Трэш, ебаный! Почему Феникс, блядь? Ебать додики. He's gonna get finished off. Meanwhile, the Wyvern being easily kept alive here. That's a huge slam coming down from Pikachu. My goodness. Что? Без вот бы охуенно было, если бы на геймпаде была замена. Что случилось? Нет. Что это нажалось? Ебать, он задоджил манты! Ты видел, он манты задоджил террорайз? За что ему репорт? Да, видели, алло. Сыны дерьма, все видели, да? Да, репорт кидайте ему и все, блядь. Все. Пуш, кидай репорт ему. Мне кажется, он собака мертвый. Да я кину, мне похуй. Yeah. Yes. Oh my god! The echo of the game has been done! There's the Aegis! Someone pick up the fucking Aegis! You take it! You earned it! Мы с тобой и с Виталием сидим весь день. Эхо, Максим, не хотел работать завтра? Гульнем! Да у нас график 2-2, чё. А что, Довер всегда готов работать, если что? По-любому. Так вот, Cyber Legacy, идут 3-2. Я вот, кстати говоря, что вообще вы мне скажете? Смотря какую тему ты хочешь обсудить больше, Cyber Legacy или Shadow Gear. Не помню. Дает старт инфо о том, что там несколько персонажей есть. Пора нажимать на артефакт, что он и делает, пытается прыжком уйти, но отличный происходит сейчас зависит. Hell's gonna go down, they're gonna get an extra one in mid one as well. This is a great fight for Hellraisers. Losing nobody for it and getting three as that, Oh, somebody stop this guy! Somebody stop this guy! No! He pretended to be like AFK, so they ignored him! Ставишь? Вообще, БКБ, не БКБ. Ты че? Вот зачем он это делает? Он такой сидит, у него три хэд сейчас на все ебало, да? И он такой, что типа?
помешаю Инессу, он типа игру комментирует, я его типа в игру позову, у него появится типа. Это те же ублюдки, да, которые обоссывают унитазы в общественных туалетах, да? Они просто ссут на него, на этот ободок, чтобы, как бы, типа, вот после меня кто-нибудь захочет, типа, посрать захочет, типа, а еще он прям сильно припрет, он зайдет, а все в моей матче. Окей. 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 Oh my fucking god, it expired at the We'll just go the old traditional way, and Zai gets the 4-man Ravage Stream and Black Hole! The Sonic Wave might push them away, but Secret don't care! Aram is with the Echo Slam. Got it. You... Radiant's courier has been killed. Radiant's courier has been killed. Yep. Yeah, Funnick's not really been able to see any cure except the Sand King. Oh, what? Was that a farming echo? I don't know. I heard it. Фу, блядь. Сука, во имя всех святых Сумаилов, блядь. Нет, блядь! Сука, ну нахуя ты купил рапиру, блядь? А кто я забрал эту рапиру? Они не забрали рапиру, ёбанутся. Они её не забрали. Погнали. Вот они, клип у нас. Все нормально, мы выиграли. Не факт. Блять, ладно. БКБ не нажалось. Проебали. Там два купола, ладно. Ебать. Ладно, план был охуенный, но... Расскажи историю про психолога. Да там, типа, вообще изи хуйня была. Я пришел, мне давали картинки на правах, когда я на права сдавал. На картинках было 4 изображения, и сказано, что, типа, найди лишнее. Но у меня было 2 варианта, типа, найти лишнее. Там, то есть, по одному критерию то-то, и по другому критерию то-то. Ну и в итоге, блядь, я не сдал. Она мне сказала то, что, блядь, у меня дочка 4 года справляется с задачей отличить живое от неживого. Ну я говорю, блядь, ну как я могу отличить твою мертвую мать, нахуй, от других вещей? И в итоге на второй день я просто прихожу, там другой психолог сидел. Он мне говорит, четверть суток, я говорю, 6 часов. Он говорит, вы сдали, спасибо.